Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про последние два лота на аукционе. Уже три лота у нас разобрали. Какой-то гений за 150 тысяч голды взял у нас танк Марс с аукциона. Это максимальная ставка была. Дай бог ему здоровья. Ну а у нас осталось еще четвертый, пятый лот. В этом видео поговорим с вами про танки, которые вероятнее всего попадут на аукцион. Ну а вначале, как обычно, попрошу вас обязательно подписаться. 17 тысяч постоянных зрителей, при этом половина из них не подписана. Раз вы возвращаетесь к видосам и они вам интересны, то можно было бы, наверное, и подписаться. Плюс еще к этому 16 тысяч новых зрителей под одним только видосом вчера было. Вот бы все подписались. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, продолжаем про наш аукцион. У нас осталось два лота, и при этом еще не было ни одного за свободный опыт. Хотя в новости нам говорили, что будет за серебро, за голду и за свободку. Получается, что хотя бы один лот из последних двух должен быть за свободку. А вот другой за что будет, непонятно. Скорее всего, мне кажется, будет за серебро. Получается, два за голду, два за серебро. Мне кажется, будет один танк премиумный 9 уровня за свободку и одна десятка за серебро. Из девяток у нас есть Т-54 Heavy. Мне кажется, вероятнее всего будет он за свободку. Этот танк мы вчера подробно в видео про аукцион разобрали. Во вчерашнем видосе мы затронули все возможные танки, которые только могут вообще хоть каким-то образом имеют шансы вообще попасть на аукцион. И один из этих танков Т-54 Heavy. Мы разобрали его броню. Коротко, корпус не сильно бронированный. Лючок очень дырявый и большой. Но лоб башни невероятно крепкий. Но непонятно зачем, когда такой лючок огромный на голове. ДПМ средненький, альфа неплохая, 450. Пробитие обычное. 240 ББшкой, голдой 300. Хороший обзор, подвижность так себе. В общем и целом, играть от альфы, свой какой-то средний результат неплохой отбивать можно будет. Гениальные люди сравнивают этот танк с СТРВК, но на мой взгляд это абсолютно разные танки. Единственное, что можно точно сказать, что эти оба танка не являются супер имбой, а СТРВК на мой взгляд вообще не очень. Этот танк за счет своей альфы реализовать будет проще. Но до имбы ему явно далеко. Следующий танк 9 уровня, который может быть у нас, это К-91-2. Мы его вчера тоже подробно разобрали, его броню, которая тоже не очень, с огромными лючками на полбашни, которые дырявые, и щеки на корпусе тоже легко пробиваются. Этот танк больше про скорость, крысу и скорострельность с маленькой альфой. Этот танк был сначала акционным 9 уровня, потом премтанком 8 уровня. Что это теперь, я, честно говоря, даже не знаю, это аукционный или премиумный танк 9 левела. Но если он в аукционе появится, то мы увидим, что это. Я думаю, что один из лотов это будет либо Т-54 Heavy, либо К-91-2. Скорее всего, я думаю, Т-54 Heavy. Поскольку на К-91-2 вряд ли у нас такой стиль будет. Разве что будет танк без стиля. Ну и пятый лот у нас будет либо Бабаха ФВ-215Б-183, которая уже была, и она была в ветке прокачки, потом ее убрали, потом ее где-то там раздавали, потом ее в аукцион сували. Мне кажется, этот танк не особо-то уже и нужен кому-то, но вероятнее всего будет он. Не знаю зачем. Ну и есть еще вероятность, что будет ВЗ-55ГВ. Это тот же самый ВЗ-55, только в стиле. Он уже был и, возможно, будет еще раз. У этих танков самая большая вероятность попасть на последние два лота аукциона. Я считаю, что будет Т-54 Heavy и Бабаха. Хотя мне хотелось бы, чтобы была Т-54 Heavy и ВЗ-55. Пишите в комментариях, какие вам из этих танков больше всего симпатичны. А может быть, вообще никто. На мой взгляд, аукцион вроде как был интересный. Танки прикольные, но вероятность что-то взять очень маленькая, поскольку тот же самый Марс, их всего лишь 5000 штук. Из-за чего цена получилась очень высокая. Мне вообще такое не понравилось, поскольку у большинства нет возможности за такие суммы покупать дубликат танка только в стиле. Да, с другой стороны, для тех, кто его взял,
редкость и ценность этого танка возросла, но мы посмотрим на редкость и ценность этого танка, когда он еще раз в продаже когда-нибудь появится. Но это, конечно, будет не скоро. Хотелось бы, чтобы танки были более доступны и массовые, поскольку эти мероприятия происходят не каждые выходные, и в любом случае что-то за это нужно отдать, еще и успеть вовремя именно в нужный день купить этот танк. То есть часть людей пропустит это событие, потому что они были заняты в определенные дни и не смогли, так еще и нужен определенный ресурс, чтобы купить. Еще и цены ломить за это, на мой взгляд, это уже перебор. А то так аукционы проходят, а я каждый раз ничего не беру, и у меня как бы нету никакого танка или стиля, который бы мне напоминал про эти мероприятия, которые прошли. Я просто через время за них забуду, и все, и от них ничего не останется. И еще что обидно, что при том, что я хочу взять себе TPC-4 Heavy, у меня много нераспределенной свободки, но у меня нет свободки обычной вообще. Как я его буду за свободку брать, я без понятия. Тратить кучу голды на то, чтобы перевести свободку и взять танк, желания, конечно, нету. Ну а по поводу десяток за серебро, бабаху я брать себе точно не хочу. Гореть постоянно в лоб, хотя игроки рассказывают, что она не горит в лоб, но я постоянно их в лоб поджигаю в бою. Я в эту игру все-таки играю много и каждый день. Мне рассказывают, что этот танк не горит в лоб, не надо. Очень часто он горит в лоб. Но я просто все вот эти вот фугасницы, не мое это, мне это не интересно. Мне нужен геймплей поактивнее. Вот ВЗ-55 это вообще кайф машина. Мне танк очень сильно понравился, 3 отметочки изи набил. Танк реально достойный. Но вот тратить кучу серебра на дубликат танка не сильно хочется. Тем более на танк, на котором я уже наигрался, такое. Поэтому вероятнее всего... Шанс, что я хоть что-то возьму с этого аукциона, очень маленький. Еще мне хотелось спросить, какой танк за ГК брать, в плане того, какой вам интереснее будет смотреть на стриме. 116 F3, китайский новый тяж за ГК, или ВК-7201К, это немецкий тяж старый, который уже давно на ГК раздается. Вот я все думаю и думаю, никак не придумаю. Мне хочется, наверное, взять новый танк, чтобы вам показать. Мне кажется, он будет интереснее, но это не точно. Хотелось бы узнать у вас, вам же я его буду показывать, какой вам танк интереснее. В принципе, у меня все. Сегодня днем стримчик подрублю и посмотрим, что будет на аукционе. Я думаю, что будет TPC-4 Heavy за свободку, либо бабаха за серебро. С вами был Варчик, играть красиво, обязательно подписывайтесь, не ленитесь. Всем удачи и пока.